Привет всем участникам конкурса Golden Time. С вами Александр Балбус, с приветом из Чикаго. Друзья, это видео о том, о результатах, в принципе, этого сезона конкурса Golden Time. Что я хочу в целом сказать, опять же, мысль моя субъективна, поэтому постараюсь быть краток и конструктивен тоже. Относитесь, пожалуйста, серьезнее к тому, что вы делаете, начиная от... Я повторюсь, в прошлом сезоне это же я говорил. Ну, вы же понимаете, очень важно то, как вы себя технически подадите, особенно в онлайн-конкурсе. Онлайн-конкурс, сложность его в том, что сложно передать эмоцию без определенной технической, как говорится, ну, в прямом смысле слова, технической базы. То есть, если вы пишете видео, запишите его на нормальную камеру, запишите с нормальным микрофоном, попросите, пойдите в студию. Если вы хотите участвовать в каких-то конкурсах, это же важно. Не относитесь к этому как на самодеятельном уровне. Попытайтесь найти возможность. У друзей попросите, сейчас нету в этом проблемы, но техническую сторону можно реализовать, главное захотеть. Тем более есть очень много онлайн платформ, которые позволяют это замечательно сделать, стриминговые разные программы, которым вы можете просто подключить более-менее хороший микрофон, настроить сигнал и записать свое видео. Скажу, что все равно все участники молодцы. Правильно делаете, что ищете возможности, пробуете, стараетесь, совершенству нет предела. Просто моя критическая, как говорится, часть видео была о том, чтобы вас стимулировать к более высоким результатам, к более классным песням, к более качественной подачи того материала, который вы предоставляете на конкурс. Поздравляю с завершением этого сезона. Желаю всем новых побед, новых достижений, классных песен и всего самого хорошего. Всем пока!